Здравствуйте, уважаемые друзья! На канале InSport Jazz Hockey прямая трансляция из города Усть-Каменогорск, где стартует второй матч между Торпедо и Темиртау в рамках молодежи Лиги Казахстана Jazz Star. Ну и мы с вами посмотрим наиболее интересные моменты сегодняшней встречи. Было меньше суток для восстановления и подготовки к этой игре. Вчера игра стартовала позже, нежели сегодня. Ну и, возможно, это тоже отразилось на качестве игры. В первом периоде, несмотря на многочисленные попытки взломать оборону, команды не смогли добиться успеха в атаке. Артур Глухих, здесь бросок Мерзликина, затем уже прорывался к воротам Никиты Эрштейна Матвей Умеренков. Бросок в ближний угол, в дальний угол наносил Астраханцев, затем уже Алан Асанов угрожал воротам Сильверского. А это Никита Коротких пытался переиграть вратаря Торпедо Никиту Эрштейна. Выход 2 в 1 и бросок в исполнении Никиты Рублева, и вновь спас свою команду Никита Эрштейн. Во втором периоде здесь попытка Деликова, видели, пытался он лакросс изобразить, и бросок наносит сходу Омар Уатов, но вручает всю команду Никита Эрштейн. Атака Торпедо, бросок и добивание, но вновь Фортуна улыбается вратарю. Здесь уже момент с участием второго звена команды Торпедо, но переиграть вратарю Глеба Астраханцева не удается. Открывает счет в этом матче Данила Кужанов, прорывается к воротам и переигрывает в ближнем бою Никиту Сильверского. И на 33-й минуте этого матча Данила Кужанов становится автором первой заброшенной шайбы. 1-0. Последовало удаление в составе Торпедо. Игорь Кисель был наказан малым штрафом за подножку. В большинстве темиртауцев атаковали, но добиться своего не смогли. И в ответ на 39-й минуте Эдуард Ефремов забрасывает вторую шайбу своей команды. С добивания шайба отскочила на пятак, и там набежавший Эдуард Ефремов отправил шайбу точно в цель. 2-0. И тут же ответная атака Темиртау, которую завершает точным броском Омар Уатов. Передача от борта, и Уатов сходу вгоняет шайбу в ворота. Получился отличный бросок и отличное исполнение Омара Уатова. 2-1. Второй период на этом был завершен, и заключительный третий команды играли в остроатакующем ключе. И темиртауцы не раз угрожали воротам Эрштейна, и, соответственно, Никита Сильверских часто вступал в игру. Но одну шайбу удалось забросить, это сделал Руслан Чалкин, ближний верхний угол. Отправил шайбу, 19 номер команды Торпедо. Подработал себе под бросок и забросил шайбу 3-1, установив окончательный счет в этом матче. В концовке темиртауцы атаковали, но добиться успеха им не удалось, и таким образом момент увидели у Марка Забурдяева, вернее Никиты Рублева, спас свою команду Никита Эрштейн, и победу в этом матче отпраздновали хоккеисты Торпедо. Пятая победа подряд в текущем зимнем отрезке регулярного чемпионата для Усть-Каменогорска Торпедо. Статистика матча по броскам: 41 бросок нанесли хозяева, 26 гости. По вбрасываниям 28 раз на точке сильнее были торпедовцы, 18 раз темиртауцы. Одно удаление, Игорь Кисель получил малый штраф за подножку, но в неравных составах команды не отличились. 3-1 победа Усть-Каменогорского Торпедо. Следующие игры 18 января в рамках молодежи Лиги Jazz Star. Смотрите трансляции на канале InSport Jazz Hockey. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.